Подольском городе Познань состоялся чемпионат Европы по карате ФСК, который собрал 820 участников. По результатам этого чемпионата сборная команда Украины заняла второе общекомандное место. В составе украинской сборной боролись за победу два студента Национального горного университета из Днепропетровска, которые получили призы. Альфред Монин занял второе место ката – личное, и два третьих места кумите – личное и ката – командное. Александр Пахомов занял второе место ката – личное и третье место ката – командное.